Привет, друзья, вы на канале ArtPlay, это у нас BeamNG Drive. Сегодня будет прикольный видосик. Сами видите, я скачал этот каток для дороги. Какой-то хайвей, где-то среди пустыни, 15 автомобилей, в том числе, не в том числе, 16-я получается моя. Не знаю, FPS вроде нормально держится, но я не знаю, если я сейчас нажму play, наверное, FPS просядет, но это того стоит. Трафик, я ему поставил скорость создания максимальный и риск 2. Больше нельзя поставить. Что из этого выйдет, я вообще не знаю. Ну, давайте вот и проверим сейчас, что получится. Моя цель, как бы то ни стало, хотя бы как-нибудь доехать на этом здоровом автомобиле. Машины куда-то едут, что-то пытаются таранить, там врезаются. ФПС... Ой, блядь, проехал по ней. Нет, уже начинается полный беспредел. Этот вообще никак не управляемый, он просто реально тяжело управляется. Ну-ка, с дороги нахер! Он очень-очень тяжело управляется, начинает с безумие! Он очень неуправляемый, его чуть-чуть влево, чуть-чуть вправо начинает так колдоебить, что он сразу переворачивается, блин. Хорошо. Так, FPS просел, это потому, что я его пересоздаю. Я не знаю, почему у меня FPS проседает, когда я его создаю заново. Нормально все с компом, в принципе, вытягивает всю фигню. Если ехать буквально, ну, там, медленно, да, и как-то, бля, что, они по кругу катаются. Они просто едут по кругу. Хорошо, хотя бы едут по кругу. Едем спокойненько, никому не мешаем. Фары, естественно, ничего не работает, это просто, он даже без звука едет. Это, надеюсь, это хорошо с одной стороны, потому что у него же металлические эти барабаны, они же бринчат так, что мало не покажется. Так, ты что там пытаешься ехать или что? Так, скорость создания, наверное, надо вообще убрать. Здесь я не проеду, потому что мне мешают. Что мешает? Правильно, вот эта херня мне мешает. Нет, подожди. Куда? Куда ты под машину лезешь, дурак? Ебать, его приплюснуло там просто. Я застрял, между прочим. Хорошо. Давай мы вот так сделаем. Какие-то лаги непонятные. Хорошо, сейчас пиздец будет. Сейчас будет по встречке ехать. Просто едем прямо. Так, чуть побыстрее. Они пытаются обрулить. Нет, этого просто раздавило, блядь. Едем дальше. Этот под колеса-то куда, дурак, блядь? Ёб твою мать, нифига. Пиздец. Смотрите на это. А их просто давит, нахуй. Просто давит. В лепешку. Просто в лепешку. Ты посмотри, что происходит, а. От машин просто ничего не остается, только руль. Почему-то руль это. Еще со времен. С каких еще времен, блядь, это. Ты посмотри, от машин ничего не осталось. Даже колеса в лепешку. Все в лепешку, блядь. Я не знаю, сколько тонн эта херня весит, но, очевидно, немало, блядь. Едем дальше. Просто едем, блядь, по встречке. Я не знаю, надо было больше машин создать. И скорость создания надо... Кстати, да, надо убавить. Скорость создания надо уменьшить, чтобы они это... Ноль поставить, ну-ка. Чтобы они не исчезали. Ебать, просто нахер раздавил, бля. Такая жесть, просто такая жесть. Снимок сохранен, спасибо, блядь. Пиздец, вообще. Это жесть. Не дай бог такое где-то на дороге. Тем более он слишком большой. Если его начинает разгонять, он просто начинает болтаться, как не знаю что. Это жесть. Скорость воссоздания, и все, и машин нету, блядь. Ну тут я тупанул. Давай тогда хотя бы единичку. Не, полтора сделаем. Если там максимальная 3, пусть будет вот так. Потому что без машин как-то не весело кататься. Сейчас у нас тут мостик, но мне просто не дадут проехать мостики вот эти. Можно их, конечно, убрать. Ой-о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 й
Пиздец, блядь. Не почувствовал даже. Даже не почувствовал, ёлки-палки, блядь. Ну, здесь я точно не проеду. Стой. Так. Вот что у меня получилось. Я в итоге убрал все
объекты по левой, по правой стороне, потому что они тупо мешают. Это единое целое, их как-то раздельно убрать нельзя. Ну и пофигу. Даже так интереснее будет. Так, вперед поехали. Ого, ага. Поехали вперед. Я не знаю. А, эти не допустил. Ебать, 40 кадров, 16 кадров. Ёб твою мать, 14, что такое? А что такое? Где FPS? Где FPS? 27 кадров, 12. Слайд-шоу просто, 10 кадров. Так, стой, многовато, значит. А, это к тем прибавилось, я дебил. Ладно, убираем. И по новой сейчас добавляю 20 машин. Создать. То я тут тупанул, я же их убрал. Чё не убрались? Да еще 20 машин, что ли, сверху? То получается там уже 50 штук. Один кадр просто. Сейчас комп взлетит на воздух. Вот, 20 машин, стой. 20 машин, FPS норм. Все, поехали. Я просто не знаю, есть камера какая-нибудь? Да, вот такую надо мне камеру, блядь. Она, конечно, тупорыло выглядит, но мы просто едем вперед. Я не знаю, что сейчас будет. Точнее, я уже знаю, что сейчас будет, но это, блядь, пиздец, по встречке ехать, я не знаю. Ебать, там... Пиздец, пиздец, пиздец! Не почувствовал даже! Пиздец. Он просто едет и проглатывает их. Он их даже не чувствует, блядь. Пиздец. Я не знаю, просто давай смотреть. Пиздец. Сколько раз я это слово скажу, я не знаю. О, повезло. Повезло ему, он не проехал просто. Ну прикинь, да, такую фигню, ты едешь, блядь, и тебе на встречу едет такая большая машина. Чё, твои действия какие, блядь? Они какие? Если тебе некуда деться, то все. Пипец. Жесть, да, конечно. Придумали такой мод, конечно, прикольный, но сильно его не стоит разгонять, он просто начинает лагать и прыгать как дурак. Розовый, хана тебе. Просто раздавил, даже не почувствовал. Японский городовой, а. Обрулил синий, молодец вообще. Красавчик. Респект тебе, ты просто обрулил. Ты просто красавчик, просто молодец, блин. Жесть. Не, вот это мод прикольный. Его можно просто с горы спустить без тормозов. И тоже с трафиком, это такой угар, блин. Вон там целый пучок едет. Сейчас будет хандрец вообще. Блядь, блядь. А где остальные машины? Им скорость создания надо поубавить чуть-чуть. Ебать. Рули, рули. Повезло тебе, красный. А, вот так сделаем. Угу. Кого-то там раз... Ёлки-палки, покасательно. Ну, все равно, как бы неприятно, да? Сами видите, что, блин, тут еще такой поворот оживленный. Он сам под колеса, у меня аж звуки лагают. Аж звуки лагают, блядь. Пизда, блядь. Жесть. Какие-то КамАЗы стоят. Бесполезно. Его просто хрен кто остановит. Чел слева, красавчик, затормозил, успел. Этот тоже остановился, молодец. Давай, разгоняемся со всей дури просто. Я не знаю, что будет, блядь, пиздец. Хо-хо-хо, блядь. Такое месиво. Ебать, ее аж откинуло, бедную. Охренеть просто. Давайте без замедления. Я даже... Тут нет смысла замедлять, и так все понятно. Почему машина не едет? В смысле этот? Жесть, блядь. Пока. Пиздец. Я попробую, конечно, побольше машин. Повезло. Типу повезло. А чё так много-то? Там больше 30, по-моему, нет? Ну, в принципе, 43 кадра пойдет для эксперимента, да? И сделать такую фишку. Не трафик, а...
Рандом. Ебать. Чё сейчас будет? Чё сейчас будет? 30 кадров, пацаны. 30 кадров, 25. Ну ради этого стоит, блин, вы все. Убегайте нахрен от меня. Ебать, он загнался. Так, стоп. Крашнулась. Игра крашнулась. Или нет? Нет? Едем дальше. Ебать. Просто даже звук лагает. Какая скорость-то здесь? Ага, угу. Игра крашится. Пиздец. 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 Что происходит? Куда я полетел? Хорошо, подожди. Так, я понял, что 30 машин много. Не рандом, а флиток. Преследование, да? И вот этот поставить. Создать. Что сейчас будет? Они сейчас все на меня поедут. Все поедут на меня. Так, я тут не убегаю. Просто надо чуть-чуть подвинуться. Ой, блядь, 25 машин. Сейчас все на меня поедут. Просто все поедут на меня. И можно скорость создания увеличить, потому что они все поедут на меня. Риск тоже повышаем. Пиздец. 25 машин. Поехали. Так. Они остановились. Что сейчас будет? Они пытаются на меня как-то... Зря ты это затеял, чел. Даже звук не проигрывается, потому что лагает. Пофигу! Что вы там пытаетесь против меня сделать, блядь? Это нереально, просто угар, блядь. Ёб твою мать. Чё, все, кончились? А, не, вон там пучок едет. Тихо, не болтайся, не болтайся. Так, опять крашнулось. Видимо, большая скорость, или то ли со звуком, то ли чё, беда какая-то, опять меня нет. Это очень неудобно. Для моего компа я понял, что как бы 20 машин предел. И то там, да, ну 20 машин, это карта пустая, особо-то никого нету. Так, они все разворачиваются. Поехали. Зря ты это затеял. Я тебя не чувствую. Я просто буду ехать. Просто еду и все. Просто еду и все. Просто еду. Просто еду. Там целая толпа ей. Пока. Просто пока. А где машины? Почему они исчезают-то? То есть пока я их вижу, они есть. Когда их, я их не вижу, они исчезают куда-то, блядь. Ладно. Блять, пиздец, пиздец. Это пиздец, это так клёво выглядит, ебать. Синему не повезло, блять. Просто не повезло, просто ему не повезло. Прикинь, такая махина на тебя упадет, блять. Не дай бог, конечно, ебануться, блять. Жесть. Просто жесть, просто жесть. Просто жесть, блять. Ой, даже не знаю. Давай, короче, попробуем так. На паузу поставил. Убираем тогда машины все. Делаем 20 машин, потому что, ну, нереально. Я риск убираю. Ой, этот скорость создания убираем на однерку. Потому что машины исчезают. Создаем. Я хотел попробовать, как бы, побольше машин, но комп маленько не вывозит. Еще вместе с записью, как бы, ну, понятное дело, еще игра вылетела. Заебись. Ага, окей, не надо мне сведения отправлять. Классно. Не надо. Угу. Отмена. Beam the Drive крашнулась. Так. Все получается. Игра крашнулась, мне придется ее как бы эту... Пришлось, точнее, перезапустить. Я уже поднастроил, сейчас просто нажимаю play. И они поехали. Последний раз просто попытаемся хотя бы потихонечку проехать. Просто проехать. Начинаешь, блин, рулить, его начинает просто колдоебить. Я не буду рулить, я буду просто ехать прямо. Вы едете, пацаны? Пока. Пока звуки лагают конкретно. Это жесть. Они что-то пытаются сделать там против меня, но это бесполезно. Это просто бесполезно. Их давит как мух просто. Я не знаю, как... Ебать. Ой, его ж намотало, блядь. Последний раз пробуем. Ну, и понятно потом, почему игра крашится. Просто после такого, конечно, не любая игра сможет вообще выжить, блядь. Просто лепешка, блядь, на нахуй, просто лепешки.
кто любит лепешки? А? Вот я вот люблю лепешки. Вы любите лепешки? Ну, не из машины, а обычные лепешки. Ебать, это пиздец. Я просто еду потихоньку, они сами под колеса летят. И врезаются между собой, что-то пытаются обрулить. Еще пытаются за мной ехать, смотри, пытаются догнать сзади. Ты серьезно думал таранить каток? Блять, они врезались там, придурки что ли. Я просто еду медленно. Они сами там врезаются в меня, что-то пытаются. Пока. Все, это ханец. Давай, едь на меня. Минивэн, там любая другая машина, пофигу, он ее раздавит, потому что он реально огромный, чересчур огромный. Я не знаю, тут кто его создавал, чем таким большим делали, но он очень сильно большой. У него пропорции неправильные. Был бы он поменьше, было бы поинтереснее, ну хотя и так интересно, в принципе. Ну что-то хуй там оттормаживается, жестко, конечно. Давай, едь на меня, ты прямо на меня едешь. Это самоубийство, чувак. Синий. Ну ты дурак. Ты колес потерял. Жесть вообще. Просто еду спокойно и нифига. Жесть. Просто жесть. Ну это бесполезно. Еду, знаешь, какой скорость у меня не показывает. Спидометр. Не больше 50, наверное. Бесполезно вообще. Хоть какая скорость. Все равно их раздают. Даже если буду стоять, вот остановлюсь. Жестко, причем остановился. Все, они врезаются и убиваются от меня. Бесполезно, ты даже меня не извинишь. Даже не пытайся. Даже не пытайтесь, пацаны. Даже не пытайтесь. Это бесполезно. Это просто бесполезно. Это бесполезно. Так, альту. Так, делаем сейчас. Нечаянно на паузу поставил. Блять, сейчас вот снимок экрана появляется, блин, ладно, уже понятно, что я, типа, делаю скриншот. А почему нет? Пацаны, ну бесполезно. Бесполезно против катка идти, бесполезно. Ты серьезно думаешь, меня... Ну-ка назад, блять. Жесть, вообще, просто это месиво. Такое просто, что я не знаю. Пофигу, пацаны, пока. Просто, блядь. Просто жесть, их просто в лепешку разбило, блин, раздавило, точнее. Пока. Просто пока, блядь. Так, тихо и аккуратно, притормаживаем, спокойненько. Я ссылку оставлю на каток в описании. Можете скачать, поставить себе, поугарать. Это прикольно, но надоест быстро. Так. Ну-ка, аккуратно. Пацаны, ну, блядь, бесполезно же. Ну, бесполезно. Так, опять крашнулась игра. Понятно, ну, потому что... Игра маленько не выдержит таких нагрузок. Пока. Пиздец. Пиздец. Это пиздец. Просто давайте... Блять. Ебать. Я не знаю, там кого давит вообще. Просто, блин, ну это жесть. Ебанешься просто. Простите за мат. Знаю, сейчас дизлайки полетят за маты, за мои, блин. Знаю, в России живете и мат не любите. Ёлки-палки. Ё-моё, как его расплющило, а. Жесть, просто жесть, блядь. Это жесть. Это жесть. Ладно, вот такой был ролик. Бесполезный, конечно, но зато немного прикольно, угарно, надеюсь, было вам. Лайком поддержите такую махину, конечно. Я ссылку оставлю на нее в описании. Скачайте, поугарайте. Стойте, нахуй. Остановились? Сейчас вам хана придет, блядь. Даже на месте, с места он давит. Просто с места давит. Ты посмотри, а. Ты просто посмотри. Ты ему пофигу.
сколько машин там, хоть 200 машин будет ехать, ему по барабану всех раздавит. Он очень тяжелый, очень тяжелый, очень. Жесть, это просто жесть. Вот такой был ролик, надеюсь, вы поддержите лайком, комментом, подпиской по желанию. И всем пока.